Сколько я этих автоматов перебрал. И заводские, и самодельные. Такие конструкции попадались, обалдеть просто. Так что, если чего, по оружейному делу, вопросы какие, не стесняйся, подходи. Автомат он как девушка, подхода требует. И смазать надо, и почистить, и патроны проверить. А то, знаешь, с этими самодельными капсулями окисляется гильза иногда. Ну уж, если душу уложил, в бою не подведет.